14 преподавателей Кыргызско-Узбекского международного университета имени Батыралы Садыкова прошли курсы повышения квалификации в Елабужском институте КФУ. Делегация из города Ош прибыла в Елабугу 12 мая. Здесь гостей ожидала ознакомительная экскурсия по учебным зданиям, университетской школе и дому научной коллаборации, а также встреча с профессорско-преподавательским коллективом вуза. В ходе курсов повышения квалификации преподаватели из Кыргызстана смогли ознакомиться с опытом Казанского федерального университета в сфере цифровизации образовательного пространства, а также внедрения новых форм и методов обучения. Мы очень рады, что мы сюда приехали. И мы видели много чего и получали много чего. У нас такие эмоции, такие восхищения от ваших учебных зданиях, от ваших аудиториях, от ваших преподавателей. И я так думаю, что мы тоже должны открыть при университете школу, да, и вот надо работать со школьниками, чтобы потом подготовленные, обученные ученики, уже дальше можно из них подготавливать разные вот сильные специалисты. Так как мы инженеры, мы раньше так не думали, что вот педагогические, психологические вот эти навыки, вот эти дисциплины нам нужны будет. А оказывается, все мы тоже педагоги, нам нужны вот эти психологические аспекты, педагогические концепции, да, и мы здесь это поняли. Пребывание гостей из Кыргызстана в Елабуге не ограничилось лишь образовательной программой. В свободное от учебы время им удалось прогуляться по городу и познакомиться с его богатым историко-культурным наследием. Отметим, что прибытие преподавателей Кыргызско-Узбекского международного университета в Елабугу стало третьим очным этапом сотрудничества между учебными заведениями. Ранее Елабужский институт с рабочим визитом посетили ректор Кыргызско-Узбекского международного университета Чаткалбай Раимбаев и представители различных научных направлений вуза.